хочу у вас спросить, как у человека, который, как вы говорите, специалист в деле, в сельском хозяйстве, чем отличается сахарная свекла от кормовой? Пожалуйста. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Это чисто формально. Если вы считаете меня человеком и будущим специалистом в сельском хозяйстве, пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос. Вы уже знаете? Нет, я хочу услышать от вас ответ, как от специалиста по сельскому хозяйству, как от замминистра сельского хозяйства. Сахарная свекла. Это свекла, из которой вырабатывается определенный продукт в виде сахара и шрупы соответствующие. Я хочу спросить у вас, как выглядит она, и в чем разница? Для кормления в животноводстве имеет несколько разновидностей. Что еще вам сказать? Как выглядит, чем отличается? Вам рассказать структуру силоса? Визуально, мне, пожалуйста, можно ответить, как отличается? Тем более, можно? Нет, извините, пожалуйста, но да. Знаете как? По-моему, идет определенное неуважение. Вы не можете вам ответить, чем отличается сахарная свекла от кормовой. Вы даже не знаете, какого она цвета. Вы так считаете? Как вы можете быть? Я вам что отвечал после того? Прекратите провокацию. Как вам не стыдно, в конце концов? А как вам не стыдно не знать этого? Я вас приглашаю. Раз вы так хорошо подготовлены, мы пригласим представителя Сахарного Союза. Это все только благодаря Тимирязевской академии. Так, я приехала за 5000 километров учиться именно Откуда? Здесь, в центре Москвы. Откуда только ради того, откуда чтобы приехали? Получить лучшее образование. Иркутская область. Там выращивают сахарную свеклу? Там выращивают кормовую свеклу. Да. А сахарную? И сахарную нет. Но я не занимаюсь сахарной свеклой, однако я знаю, а вы так, нет. Все. Я все понимаю. Еще раз. Я хочу оценить, дорогие друзья. Значит, вот точно, мне не надо устраивать тест на мою профессиональную пригодность. Поверьте, она соответствует.